говорящая стиральная машина. Она тебе подсказывает, что ты не так сделал, или не ту вещь положил, или не то включил. В общем, говорящая, соображающая машина. Действительно, Швеция сделана с умом. Брат, правда, мне сказал, что это ерунда. Сейчас весь электролюкс собирает в Узбекистане. Мы так не верим. Раз написано, значит, Швеция. Вот она, стиралочка моя говорящая. Где у нее тут кнопка? Включаем. Ассаламу алейкум, дорогой. Как дела? Не понял. Я говорю, ассаламу алейкум. Меня зовут Электролюкс Батыр. Как у тебя дела?